Ай, хорошая бегу на пилатес. Прохожу в районе Мезитли. И хочу, знаете, что вам показать. Вот сейчас 9 часов утра. И посмотрите, какая тишина и какое спокойствие. Вот видите, там такой сито с такими цитрусовыми деревьями. А сейчас переключу камеру, покажу еще что-то. Весна пришла в Мерсии, все цветет, так хорошо пахнет. Цветочки появились, уже травка, парки. Вот эти вот цитрусы падают. Ну что это за цитрус, я вот сама не могу понять. Не мандарина вроде бы. Непонятно, их очень много здесь. Пока есть время. Вот. Мандарина с чем-то, мне кажется. А может и мандарины такие огромные. Ну не знаю, но вот такое вот красивое, да? Аппетитное сито. Называется сито арпос. В общем, а здесь вот видно новое сито. Посмотрите, какая тишина. Тишина. Продается дом. В общем, везде дома продают. На втором этаже, но низко. В основном люди не покупают здесь на низких. Хотя охрана есть все, но не покупают. А вот, смотрите, садик сразу возле нас, детский. Вот видите, частный. Кырмызыкалем, красная ручка, Чоджук Кулубу, детский клуб, так называют. Ну, здесь садик, детский сад. Ну, естественно, будет платное. Но я так слышала, от 1000 лир и больше, в зависимости от садика. Тут рядом все, и школы рядом, в каждой махали в районе. Всего очень много. Ну, давайте я пойду сейчас вот так, изменю свой маршрут. И пойду сюда. Видите, кругом магазинчики. Вот USB. Видите, как тихо. Как будто спят все. На самом деле не спят. Здесь очень рано встают все. Погода солнечная сегодня. И вот я топаю. Топ. Спортсменка. Вы знаете, что я еще села на диету. На яблочную. 2 дня вот на яблоках, на цитрусах, бананах. Сегодня, вчера физически не получалось покушать, потому что я еще занимаюсь уборкой генеральной. И очень много работаю, бизнесом занимаюсь. Я очень перегружена, но я получаю кайф от всего, что делаю. Посмотрите, кругом флаги Турции. Каждого на балконе, и мы даже повесили флажок. Такие события произошли, вот погибли столько наших солдат. Кто говорит 100, кто говорит больше. Но знаю, что трое из Мерсина. Когда мы Кеты провожали, похороны были. Вот. Машины даже редко ездят. Завтра. И у меня пятница уже освободилась для пилатеса. Буду ходить на пилатес, добавочный день, потому что по пятницам я всегда ходила за Китушей. Она сейчас с внуками. Вы знаете, что я написала такой пост, наверное, не подумав, что покинула нас. Одна зрительница написала, как мы так написали, как будто она умерла. Ну, знаете, что такое у меня было, такое чувство, вот. Ну, я, когда монтировала видео, смотрела эти, прямо со слезами. Мне так понравилось видео, эти фотографии чудесные. Грустно стало, конечно, потому что, когда рядом родной человек, да, хоть мы с ней встречались раз в неделю, но всегда по интернету общались. Как-то было так вот приятно, вот что вот моя родная грузиночка здесь. Ну, вот сейчас вспоминаю, и опять слезы наворачиваются на глаза. Так, Светлана, возьми себя в руки.
Жизнь продолжается, столько друзей у тебя новых, столько приедут скоро мои новые друзья, которые хотят со мной общаться. Так что кто-то уезжает, кто-то приезжает. Но сейчас Китуша со своими внуками наслаждается. Она там должна работать медсестрой, поэтому она и уехала тоже. Может, если бы не было там какой-то перспективы, пришлось остаться, терпеть и все. А так трудно, конечно, я была. Трудность в чем? То, что ее приняли только смотреть за престарелой бабушкой больной. Склерозная она. То есть она что делала, сама не понимала. И у нее приступы агрессии были, и все. Вскакивала, куда-то рвалась. И также чуть-чуть сказали, ну, помогать. Но она не чуть-чуть, она все делала. Понимаете, все делала. И там были взрослые девчонки, и они стакан не поставят на место. Все кидали. Вечером Кэти чай. И она им носила. Она уже ложилась, а они не имеют никакой ни совести. Вот так вот ее заставляли, не заставляли. Просили. В общем, ну не считались с ней. Вообще-то хорошая семья, она говорит, хозяйка хорошая, но очень много требовали. То есть все на Кэти. И тем более эта женщина ночами не спала. Она куда-то рвалась, вставала. И Кэти не было одной отдельной комнаты. Она лежала с ней в салоне. Такой кухня и салон вместе. И она, короче, и днем пахала, и ночью за этой бабулькой. Поэтому, когда она приехала ко мне сюда, ночью поспала, говорит, Господи, я выспалась, хоть спокойно, что не надо никуда бежать, и все. Ну, в общем, короче говоря, девочки, мальчики, вот наш пилатес. Вот так мы оставляем обувь. И я уже буду заходить. Все грустное позади, жизнь продолжается, все хорошо. Вот так я борюсь со своими негативными явлениями. Пока-пока. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки или дизлайки, написать комментарии и не забудьте нажать на эту кнопочку, которая находится внизу под видео. Если у вас будут какие-то вопросы, можете найти меня по ссылке, которая находится в описании на Instagram. Подписывайтесь на меня тоже в Инстаграме. С вами была Светлана Та. Пока-пока!